Короче, на, Воха, снимай. Ключики с Аллегро за 5 злотых. Обзвонил СТОшки, обзвонил, оббегал, обыскал понты, зонты. Залез на Аллегро, 5 злотых. Ауди Форд. Операция. Взломай Ауди. Взломай Ауди. Начинается. Один ключ ставили вчера. Опа, ты слышишь? Так они не вытаскиваются, прикинь. Сейчас тут мы их похороним. Не, а ты же вытащишь, потом без ключей будешь вставлять. Ну, а где ключи денутся? Ты вместе с ними достанешь магнитолу, по идее. По идее, да. Ну вот, видишь. Именно по идее. Это называется метод научного тыка, ребятки. Тыка. Научного тыка. Во. Делается впервые. Давай, Стасик. Делается впервые. Опа, да смотри, ты вообще. Америка. 5 злотых, прикинь. Так, и что ж теперь, как их достать ключи? Вот это отгинается? Че они тут навсегда теперь? Да нет. Ты видишь, это не засели. Попробуй как-то в сторону, влево, вправо или вверх-вниз. Не, вверх-вниз по-любому не. Опа. Да ты шо? Ага. Вправо. А мы, короче, начали разбирать уже бочину торпеды, все колупать. Говори в камеру. Я говорю, ну... А где аукс? Я не знаю. Его тут нет. Должен быть. Вот он там идет, смотри. Вот так. Вот он, Стасик, ну, пошевели его. Так. Стасик, передай привет людям. Тихо, ты не оторвишь, блин, да а пошевели. Я его тяну, его тут нету. Он не подключен вообще. Так нет, ты где? Блин. Он не подключен был. Да был подключен. Здесь не было, Ганс. Откуда ты его выдрал, блин? Его здесь не было, в Мафоне. Но здесь не было, он значит где-то тут был, где-то вот, наверное, да? Да. Да. Его здесь не было, кажется. А что с этим ауксом не то? Да он поломался, короче, оно. Опа. Опа-на. Сейчас попробуем. Опа-ча. Давай подключимся. А потом как ты его выведешь? Да ну как и было, да. Так это не коротким взял? Какой-то он жирный. Так это ж хорошо. Обмотка хорошая. Это хорошо. Жирный гуд. Жирная обмотка. Вланчай. Сейчас посмотрим. Музику. Позже. А ну давай. Так, тут что? FM. Нет. Аукс тебе надо. Нет, скан. Не-не. CD, по-моему. В общем, это мой старый шнур, который поломался. Стасик, где второй? Под жопой. Опа, жопа. Вот этот шнур я брал в Украине. Он дорогой, типа хороший. Но он нихера не работает ни у меня, ни в Стасика Мерси. Он его завел, подключили. Борода, блин. Тут вот привет, новый кабель. Медиамаркет. Сейчас будем пробовать. Вот так вот. Ты видел, как они подключаются? Не просто. Да, там фишка. Тут фишка, тут вот такая фишка. Сейчас будем загонять. Давай кривой сюда. Привет, Ауди. Давай, наверное, сразу проверим сейчас. Да. Кривожопой. Давай, телефон свой. Кривожопку проверим. А ну, вмыкай. Ага, тут без этого не алё. Без зажигания? Да. А ну-ка. Ну-ка, кука. Короче, вкинули нас, ты видишь? Да, громкости. Ну что это за фон идет? Ну работает. Работает. Ты слышишь? Ну фони ты как. Ты. Может вот этот кабель сам может надо менять? Быть. Может вот этот подбитый тоже его надо менять. Ну работает. Качает нормально. Сейчас будем заправлять.
Мазик тоже BMW-ист. У него Е39. Е39-ка. Забачим. Як яде. Забачиним. Тихо, Миха, тихо, Миха. Не едет ни хера, да? Надо катализаторы повырезать. Да. Как-то слабовато. Слабовато. Я думал, будет вдавливать, а он, блин... Что-то... И видишь, на повышенных оборотах получается он... Мы же тоже так на 39-й покатались, потом на этой, то он тоже говорит, что-то после 39-ки... 39-ка чуть резвее получается. У него тоже 2.4. В автомате? А, 2.5 на автомате, бензгаз. То чуть такая... У меня дизель порезвее. И ноты только на механике. Он еще даже не переключился. А следующий? Я этот, кикдаун сделал. Кикдаун. Смотри, велосипедистки не сделай, ну, кикдаун. Ну, повеселее, я думал, будет ехать 2.4, если честно. Ну, тут что-то надо делать. Как бы он набирает. Набирает, но что-то тут какая-то ошибка есть. Ну, тут, ну, 4 катализатора стоит. Как бы их выкинуть. Душит. Потому что мы катались, у него-то без катов. Пошел, надо было валить. Красный. Хотя поехали. Может, тут разрешенный? Не сейчас знаю. По кругу. Я не слышу, когда он переключает. Хорошо, значит, переключает. Магнитолочку воткнули назад. Все, чики-бенч. Ауксец готов. Заменили. Музье. Нету такого, понял? Рывка, динамики. Рывка нет. Ну, как в бэхе. Не встает на цапаму. Не рвет с места, да, нету такого. Подхвата. Да. Я тебе скажу, что она и по трассе 200 и больше не едет. Может, она зашита, блин, за этот. Можно прошивку поставить. Может, прошить ее надо. Да. Может, ее задавили, потому что она 200 и не едет. Я у себя на Е39 ложил спидометр. А сколько там? 260? 260. Ну. Может, ее задавили, блин. Не знаю. Газом. Но да. Я думаю, что ее можно прошить, чипануть. Но у нее сразу расход автоматом на 15 увеличится. Ну да. Так и есть. Но она будет резвее. Идет фончик. Включаем зарядочку. Оп, и фончик пропал. Что это за фигня? Есть еще фильтры какие-то ставят. Он сбивает какую-то, короче, лишнюю напругу, я так понял. Может быть. Я устал это радио слушать. 666, 90-50, 68. Привет! Кавки? Все, вставили мафончик четко. Да, ключики? Раз, два, три, четыре. Дерг! И все. И вышел. Так что вот, ребята, кто будет менять 5 злотых Allegro, 5 злотых на пачкомат, и все, и все проблемы решены.
еще и без света. И без света. И без света. Без света и без света. Ну, я скажу, для семьи 2,4. Так как он сейчас едет, в принципе, нормально, если не рвать душу. Если хочешь порвать душу, то надо брать E36 BMW, троечку, ну или 39-ку, или авоську 4,2. 4,2 кашалоты. А, не, ну, чтобы чисто по выходным дать коксу, знаешь. А вот так вот для семьи, ну, меньше 2 литров нет смысла вообще брать. Надо такой 2,4 минимум. Все, операция магнитола завершена. Даже мы прокатились. С музыкой. Не убей брата. Game over.